Ортопед Ярославской клинической больницы РЖД Андрей Левшин стал обладателем гран-при Всероссийской премии «Про докторов 2021». Еще двое железнодорожных медиков, нейрохирург Дмитрий Левшин из Нижнего Новгорода и анестезиолог Алексей Кайдышев стали номинантами этой премии. Во всероссийском масштабе ее вручают впервые. По словам организаторов, миссия премии – сделать медицину прозрачной и понятной для каждого. В профессии я около 16 лет стал врачом, но это как бы семейная наша работа, да? То есть все мои родственники, все врачи. Я представитель одной из крупнейших династий своего города, медицинских династий. Врачом я решил стать еще в 10 классе, когда поломал ногу. Поступил я в Луганский медицинский университет, закончил его. После окончания я решил, что буду работать в России, приехал в Россию. Сначала работал в деревне, потом в реанимации ожогового центра в Ростове. А после работал, и теперь до сих пор работаю, в РЖД больнице города Батайска. Я всегда желаю врачам одно, чтобы их пациенты всегда выздоравливали и были благодарны. Это то, что с одной стороны помогает пациентам, с другой стороны помогает врачам. Потому что благодарные пациенты, они помогают доктору не выгореть.